Ребята, всем привет! Вы смотрите канал Видеолепка, меня зовут Роман, и сегодня я слеплю новых монстров, придуманных художником-иллюстратором Тревором Хендерсоном. Огромное спасибо за лайк и комментарий, приятного просмотра! И первый монстр называется Smile with me, улыбайся со мной. Тревор Хендерсон – канадский художник-иллюстратор. Он берет реальные фотографии и дорисовывает на них разных непонятных существ и монстров. Тревор стал известен благодаря созданию таких существ, как Siren Head, Cartoon Cat и Long Horse. Все его монстры выдуманные и не существуют в реальности. А истории про этих монстров выдумывают фанаты его творчества. «Улыбайся со мной» – существо, созданное Тревором Хендерсоном. Это длинный серый змеевидный монстр, который обитает в старых заброшенных туннелях или в подвалах заброшенных домов. У него очень длинный тонкий рот со множеством зубов. Его рот очень похож на рот The Smile Room. На изображении видно, что он стоит на двух ногах или двух щупальцах. Скорее всего, на них он и передвигается. Для лепки этого монстра я использую обычный классический пластилин, а также алюминиевую проволоку. Вот такое существо Тревора Хендерсона под названием Smile with me у меня получилось. The Light Looker – скрывающийся за светом. Скрывающийся за светом – это гуманоидное существо. У этого монстра бледное, похожее на человеческое тело с отверстием на шее. А на шее парит сверкающий бриллиант. У него довольно длинные руки с острыми кончиками пальцев. Отличительной чертой этого существа являются его ноги, которые переходят к груди без какой-либо области живота. Скрывающийся за светом достаточно странное и загадочное существо, которое может охотиться на людей, гипнотизируя их при помощи света, который излучает его кристалл. Для лепки этого монстра я использую белый скульптурный пластилин. Ребята, если вы тоже любите лепить из пластилина и хотите поделиться своими работами, то сделать это вы можете в чате нашего телеграм-канала, а также в группах Одноклассниках и ВКонтакте. Все активные ссылки вы сможете найти в описании под роликом и в первом закрепленном комментарии. Лучшие фото работ я размещаю в конце каждого видео. Вот такое существо Тревора Хендерсона, скрывающееся за светом, у меня получилось. Cotton Ghost – хлопковый призрак. В этот раз фигурку я решил сделать в виде небольшой диорамы. Хлопковый призрак – один из криптидов, созданных Тревором Хендерсоном. Это загадочное существо, которое, вероятно, является призраком или духом. Происхождение хлопкового призрака неизвестно. Это может быть дух злого человека или совершенно другая сущность, не имеющая отношения к людям. Про это существо есть история, в которой рассказывается о вторжении его в дом и нападении на людей. В живых никто не остался. Вот такое творение Тревора Хендерсона под названием «Хлопковый призрак» Cotton Ghost у меня получилось. Old Growth – старый рост. Для лепки этого монстра я буду использовать серый скульптурный пластилин. Старый рост – очень странное существо, созданное Тревором Хендерсоном. Этот монстр небольшого роста, передвигающийся только на двух конечностях. У него серая грязная кожа со множеством складок. Очень длинная шея, на которой мы можем видеть большую перевернутую голову с голубыми глазами. Есть предположение,
что монстр может превращаться в различные предметы и существ. Также он может исцелять раны и болезни и помогать тем, кто нуждался в помощи. Вот такое существо Тревора Хендерсона под названием «Старый рост» у меня получилось. The Fugitive – беглец. На изображении мы видим только голову, которая выглядывает из разбитого окна подвала. Беглец – это создание, которое постоянно прячется в различных местах. У беглеца большая мясистая голова и рот без зубов. Один черный глаз, второй отсутствует. Мы не можем видеть остальную часть его тела, так как оно скрыто тьмой. Согласно заметкам Тревора, он убегает от преследователя, еще одного творения Тревора. В нем говорилось, что он совершил преступление и прячется от полицейских, оставаясь в местах, куда больше никто не ходит. Возможно, беглец боится не только преследователя, но и вообще всех существ, которые могут на него охотиться. Вот такое существо под названием беглец, которое придумал Тревор Хендерсон, у меня получилось. Далее я слеплю существо, которое охотится за беглецом. The Pursuer – преследователь. Для внутренней части фигурки буду использовать фольгу. Ну а саму фигурку слеплю из скульптурного пластилина телесного цвета. Преследователь представляет из себя гуманоидное существо с мелкими пучками волос и пустыми кровавыми глазами. Он кажется очень высоким, так как возвышается над фотографом, делающим снимок. Он невероятно худой и выглядит истощенным и усталым. Ноги этого монстра скрыты тьмой. Неизвестно, настроен ли преследователь враждебно или нет. Известно только то, что он хочет поймать и уничтожить беглеца, хотя причина этого неизвестна. Есть информация о том, что преследователю может быть больше 100 лет.
Вот такое существо Тревора Хендерсона под названием «Преследователь» у меня получилось. Огромное тебе спасибо, что досмотрел это видео до конца. Если понравилось, не забудь поставить лайк. Также будет круто, если ты поделишься этим видосиком со своими друзьями. Желаю тебе отличного настроения и творческих успехов. До скорой встречи в новых видео.